Mám strach z toho, co bude. Hej, ty! Začíná to tady být dost napjaté. Hej, parin! Da, отвали! Да отвали ты! Что смотришь, как будто я псих какой-то? Что тебе надо? Не отвечай, это риторический вопрос. Если хочешь говорить, убери эту штуку. А мне здесь нравится. Если тебе не нравится, то и иди в сраку. Я знаю таких, как ты. Солдаты, которые никогда не поворачиваются спиной к противнику, очень эффективны, пока им кто-то указывает, где враг. Приму это за комплимент, спасибо. И иди-ка ты нахуй. Прошу меня извинить, дела. Слушай, я понимаю, о чем ты, но мне надо работать над сложным делом. А зацепок с Гулькин хуй. Мне надо спокойно подумать. Ага, только скажи, как ты думаешь, почему тела из Дубая переправили в Оман? Да хуй знает. Говорят, в Омане бесились из-за того, что нам первыми дали допуск к этому делу. Если ищешь место, чтобы поссать, можешь сделать это на улице, как и все. Если ищешь Вержбовске, то можешь пойти в жопу. У меня работа, и ее надо сделать. Мотивация полицейских тут не имеет значения. Но ты ведь знаешь, копов. Этим пидорам причины не нужны. Чего, взбодриться хочешь? Ты чё, осмелел, пидор? Иди отсюда. Ведомство с 3507 постановлением Совета Безопасности ООН. Также известно, что акт о восстановлении... Ага, уроды хуевы. Ты прав. Что случилось? Читал полицейским лекции о свободе слова? Ха-ха! Охуеть, лекции! Да они мне слова не дали сказать! Чёрт, вот это да! Это просто охуенно. Я уже вижу заголовок. Ты молодец, ты большой молодец. Но они пытаются, брат. Кости говорит, легавые обсуждали, что им предлагают выгодные условия выдачи. В каком прекрасном мире мы живем? Налепили на тебя акроним КПА, НСС, еще какую-нибудь хуйню. И можно стрясти кредитов с ООН за отправку в секретную тюрьму. А из их новостей 97% полный пиздеж. Это факт. Ты же деловой человек, Власта. У тебя бизнес построен на том, чтобы вывозить людей вроде Оливи из Голема или из Праги. Для этого тебе должны доверять. Единственный способ сохранить репутацию – выполнить то, о чем вы с Оливи договорились. Ерунда. Моя репутация держится на том, что я не позволяю всяким мудакам ебать мне мозг. Время мое тратить. Вас надо было бы уже убить. От такого мне не защитить. Что-нибудь необычное есть? Катись в жопу отсюда! Обожаю такие бестолковые развлечения! Все вокруг пришли в период! Съебал отсюда, быстро! Нашел, пидора! Неси свои деньги в другое место! Я с такими, как ты, дел не веду. Американец и уёбок. Два в одном, хули. Что я слышу? Интересно. У-ху! Если я вам деньги в штаны засуну, вы станцуете? Извините. Кажется, я перебрала. Мне это нужно. Смелости тебе не занимать. Отвали, уёбок.